Казанский федеральный университет посетила делегация из Египта для обсуждения развития международного сотрудничества в области подготовки высококвалифицированных кадров для стран Ближнего Востока. Несмотря на сложившуюся ситуацию в мире, мы намерены придерживаться всех соглашений для того, чтобы повысить качество образования в России и в Египте. Казанский федеральный университет начал сотрудничать с Египтом еще в 2015 году. Под руководством ректора Ильшата Гафурова делегация КФУ посетила Национальный исследовательский центр Каира, встретилась с президентом Египетско-российского университета. С 2017 года ученые Казанского университета опубликовали 169 совместных статей с сотрудниками научно-образовательных центров Египта. Последний визит в Каир при участии проректора по образовательной деятельности Тимирхана Алишева состоялся в октябре 2021 года. Вы проведете несколько дней в Казани и в Набережных Челнах для того, чтобы понять, как ведется работа в Казанском федеральном университете, какие здесь созданы условия. Конечно, вы уже изучили наш сайт, документацию, но в России мы убеждены, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Вы сможете в буквальном смысле потрогать все своими руками, пообщаться с профессорами, студентами. Все это поможет понять специфику образования, какие мы преследуем цели в подготовке высококвалифицированных физиков, докторов и других специалистов. Мы рады быть здесь, рады посетить Казанский университет. Нас интересует ваш опыт подготовки специалистов, и мы готовы к сотрудничеству. По итогам встречи стороны подписали соглашение о создании филиала КФУ в Каире. На первом этапе в 2023 году появится подготовительный факультет, факультет общей медицины, стоматологии и фармацевтики. В 2024 к ним добавятся факультеты физиотерапии и сестринского дела. Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз.